Твери выездные бригады медиков продолжают вакцинацию сотрудников социальной сферы. На этот раз таким пунктом, где педагоги смогли сделать прививку против коронавируса, стал Тверской педагогический колледж. Подробности в нашем сюжете. До начала вакцинации доктор медицинских наук, врач-кардиолог Наталья Соколова уже по традиции отвечает на все вопросы педагогов и руководителей учебных заведений. Они всегда есть у тех, кто хочет подробно узнать, как вакцинация защищает организм от инфекции. Или развеять мифы о прививках, которые часто обсуждаются в интернете. И сейчас мы имеем тренд на снижение и заболеваемости, и госпитализации за счет того, что мы очень хорошо вышли на темпы вакцинации. Перед вакцинацией все, кто пришел на прививку, заполняют анкету. Затем им измеряют сатурацию, артериальное давление и температуру. После осмотра терапевта можно делать инъекцию. Все, кто сегодня прививался, сказали, что процедура прошла быстро и безболезненно. Но особых болевых ощущений нет, а как дальше пойдет, увидим. У меня на самом деле личный опыт достаточно сложный. Среди моего близкого круга в том числе есть погибшие от коронавируса. И это были непривитые граждане. И это было тоже одним из факторов, почему я однозначно для себя приняла решение вакцинироваться. Вакцинация для сотрудников социальной сферы проводится 2 раза в неделю. А в целом все желающие сделать прививку могут записаться по телефону 122 или на портале госуслуг.